самый сильный знак зодиака. В этом человеке сочетается несочетаемое. Раздолбайство и ветреность прекрасно уживаются вместе с дикой работоспособностью. Он обладает ярким темпераментом, не выносит рутины и скучных обязанностей. Независимость – главное условие для этого человека. Его сложно смутить или обидеть благодаря сильному характеру. Он притягивает людей, как магнит. Жить с таким человеком нелегко, но зато никогда не бывает скучным. Прежде чем я вам скажу, какой это знак, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот профиль. Тут много интересного про знаки зодиака. И этот знак – Водолей.